Приветствую всех на канале. Сейчас расскажу по поводу выхода новых роликов на моем канале. Как вы можете сейчас заметить, у меня большие проблемы с голосом. Мне сказали, что это не так уж и долго будет. Максимум неделю, но в худшем случае до месяца. В лучшем случае через 2-3 дня это должно пройти. Связано это с болезнью. Ну вот. По поводу выхода новых роликов, очень много идей мне написали в комментариях, я уже сделал превью и заготовки, но не могу их озвучить из-за такого голоса. Вот, если в скором времени у меня восстановится, я ролик обязательно выложу, а пока что будут выкладываться на моем канале ролики в том же самом расписании, по 2 ролика в день, публикация 00:00 по МСК, вот. По 2 ролика, но это будут ролики уже, которые я заранее заснял в выходные. Надеюсь, у вас не возникнет никаких дополнительных вопросов, почему нету роликов, которые попросили снять. В сообществе я публикую или уже публиковал фотки новых превью для новых роликов, которые не озвучены. В крайнем случае, если у меня закончатся запланированные ролики, то я либо по одному видео в день буду выкладывать нормальному и по одному геймплею, вот. Но не знаю, это уже крайние меры будут. Надеюсь, вам информация была полезна и не возникнут больше никакие другие вопросы, связанные с выходом новых роликов. Что данная ситуация не повлияет на мой актив канала и никаким образом не затронет мои старые видео. Вот, но на этом, ребята, видео подходит к концу, оно получилось довольно-таки информативным, немножечко не по тематике моего канала, но я не мог его не выложить, я мог написать в посте в сообществе, но лучше сделать так, чтобы вы меня слышали и поняли, с какими проблемами я сейчас столкнулся. Ну, а на этом, ребята, все.